Нормально. Ну что, всем привет, дамы и господа, добро пожаловать. Сегодня посмотрим модификацию, которая добавляет бистро Марка из Liberty City в восточный район Лос-Сантоса. И находится оно прямиком здесь. Давайте посмотрим. Первое, чего мне не хватает, нормального подъезда, да, то есть негде машину оставить. То есть ей приходится оставлять около дороги и идти пешком. Тут, конечно, рядом есть парковка, но не хватает каких-то парковочных лотов. Ладно, тут есть всякие столы, стулья. Можно посидеть на улице, не спорю. Но давайте зайдем внутрь. Ой, я зацепился зачем-то сюда. Окей, есть интерьер. Все это прямиком перенесли из Liberty City. Мы тут бывали в последних миссиях. Если вы играли в сюжет, наверняка играли. Тут некоторые двери заблочены, но в целом структура интерьера осталась прежней. Особо смысла мод, конечно же, не несет. Автор тот же скан, ставится через мод-лоудер. Просто прикольный интерьер. Также этот автор создавал скейт-парк, который тоже находится в восточном Лос-Антосе. Я так понимаю, у него стоит задача расширить данный район, добавить больше каких-то объектов, районов, либо интерьеров. И вот он постепенно выполняет свою задачу. Мы попали в кухню и провалились немножко под текстуры. Но давайте выйдем отсюда. Конечно, не хватает каких-то персонажей, педов, потому что все стоит. Но тут есть мясо, нож, какие-то куски филе. Есть приборы всякие различные, микроволновка. Да, не хватает людей. Вот это, конечно, обидно. Если было бы такое оживление, я считаю, ну, интерьер заиграл бы красками какими-то. А так, просто пустой интерьер без каких-либо новшеств. Но, благо, тут есть вывеска также, вот, бистро Марка. Кушай, пока ты не лопнешь. Неплохой такой девиз на самом деле, первый раз его читаю. И вот это место находится около прям парковки. Пожалуйста, прошу любить и жаловать. Плюс у меня есть новая тачка. Просто шикарный Сабри. По-моему, это Форд Гран Торино, я не уверен. Но выглядит шикарно. Так что всем спасибо за просмотр. Это было Бистро Марка. Be safe, be well. Увидимся в следующем обзоре. Пока.